машем, машем. Вагонетки, размер шахты, аккурат размер этого поезда. Вот мы в нее заезжаем. Это просто издевка. Ну что, машете? Так, тут темно, абсолютно ничего не видно. Вот редкие фонарики. Да, вот видно. Вот в шахте. Так, супер. О, и свечки, свечки, есть свечки, смотрите. Прикольно. Настоящая угольная шахта, узенькая, как та дырка, через которую мы заехали. Тут рабочие стрельцы и входит водопровод. Место с отличным освещением. Настоящая угольная шахта, слой порядка до 80 сантиметров. И мы очень быстро, прохладненько и жутко интересно катают на велосипеде. А мы продолжаем спускаться в шахту. Потому что здесь скользко. Егорушка, скользко. Держись. Все ниже и ниже. Вот Егор в шахте. Мы спускаемся дальше. Обязательно держись, хорошо? Вот Егор. Где он? Вот он. Aber das war dann doch später und in anderen Höhen. Bei uns kann man nur in Notzeiten runter oder runter. 90 Meter ohne Stufe, ohne Tritt, ohne Absatz, da gehen wir ganz einfach durch. Moment. Das läuft der Wachs nämlich runter auf die Finger. Das ist ein bisschen heiß. Da verbrennt sich zwar nicht, aber. Ja, ja. Das ein bisschen höher musst du machen. So. Also schaut mal hier. Haben wir eine Nische. Ihr habt also einmal Zeit, das auszuprobieren. In dieser Nische leuchtet noch eine Kerze. Hinter der Kerze stehen 5 Holzstempel. Hinter den Holzstempeln geht eine Leiter nach oben. Und auf der Leiter oder dahinter sitzt noch jemand. Der ist ungefähr 2,5 Meter von uns entfernt. Kannst du ihn sehen? Nein. So viel zum Thema, was man mit einem Helm nicht sehen kann. Мы только что прошли по тоненькому оригинальному туннелю длиной 90 метров, полной темноте, только со свечами. Это Егор пошел. Вот. Очень интересно. Там очень низко, постоянно бьешься каской. Именно для этого каска нужна, чтобы биться головой об туннель сверху. Конечно, можно. И выходим мы из шахты пешком, что очень интересно. 9, 10, 11. Все, мы вышли. Ну что, это исторический опыт посещения шахты. Высота приблизительно местами вот так. Для этого нужна каска, чтобы биться головой, собственно, об потолок. Очень удобно. Очень полезная, я хочу сказать, штука. В общем, ребенок очень доволен. Недоволен только тем, что его не вывезли назад на поезде, а вышли мы пешком, так как он назад хотел тоже выехать на вагонетке. Поехали!
Ты рада, что ты вышла из шахты? Конечно, рада. Мне и там очень было интересно и познавательно. Правда, все на немецком, но, тем не менее, очень хорошо и понятно дядечка рассказывал. А вот интересные маленькие специальные горные машинки. Наверное, если предположить, что кабины у этих двух машинок нету, а управлять ими надо было как-то, а дистанционного управления наверняка не было, то, скорее всего, вот здесь вот находился машинист, который занимался управлением, а вот это вот разные рычаги, которыми запускалась эта машина в действие. А это рядом со мной вагонетка. В такой вагонетке вывозили уголь. Кстати, экскурсовод рассказывал, по крайней мере, из того, что я смог понять, что освещения в шахте не было, потому что шахта была экономически, в принципе, убыточная и использовалась только бедными семьями, которые могли прийти и добыть себе вручную либо с какими-то инструментами уголь для обогрева зимой. То есть фактически у них не было ни свечей, ничего, потому что они не могли ничего себе позволить, так как были бедными. Поэтому они в самом уже конце, когда шахта была закрыта, они приходили и добывали себе уголь для обогрева. Вот такая вот история.